Готовь, Саня, летом, а к курортному сезону готовься зимой. Или даже в конце осени. В Лузановке полным ходом идут работы по благоустройству пляжа для людей с инвалидностью. Подрядчик обещает успеть до конца весны. Если раньше здесь к организации отдыха людей с ограниченными физическими возможностями была масса претензий, от неработающих душевых до невозможности попасть в туалет, от прогнивших пандусов до отсутствия организованных зон проведения досуга, то теперь все будет по-европейски, обещают власть придержащие. Депутаты из профильной комиссии провели проверку и инспекцию работ и остались довольны увиденным. Здесь даже будет бассейн разборной для детей с инвалидностью, у которых нозология не позволяет купаться непосредственно в море, ну, потому что это для них опасно. А мамы смогут их, ну, грубо говоря, на берегу, как средство реабилитации, проводить купание в бассейне. Кроме бассейна, на благоустроенном пляже разместят админкорпус со складскими помещениями и медпунктом, два деревянных настила, альтанку для настольных игр, современные душевые кабинки, раздевалки и туалеты. Также рабочие переделают пандус, который не обеспечивает сегодня полноценной возможности спуска в море. Проектировщики предусмотрели и логистические особенности передвижения маломобильных граждан. Будут выполнены настилы, дорожки, деревянные настилы, тактильная плитка. А также сделают благоустройство под 7 паркомест для инвалидов. Люди с ограниченными возможностями смогут не только добираться на своих авто прямо к пляжу. Депутаты пообещали, что для инвалидов будет работать городской автобус. Также на пляже будут установлены информационные таблички, что данное место отдыха предусмотрено только для лиц с ограниченными физическими возможностями. Иных механизмов оградить песчаную зону от наплыва обычных граждан законодатель не предусмотрел. Отмечу, что в муниципальной программе «Равенство на реконструкцию пляжа» заложено 5 миллионов 700 тысяч гривен. Однако смета может существенно возрасти в связи с удорожанием стройматериалов и повышением минимальной заработной платы. По предварительным прогнозам, общий бюджет работ составит порядка 8 миллионов гривен. Для людей с инвалидностью все услуги на пляже будут бесплатными.